Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. У нее гроб. Гроб? Присутствует, да. Биополе? Она в нем. Очень интересно. Хорошо, такое еще не видел. Берем Даину в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Даины поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Даину. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Да, она доверит. Она как спит в нем. Интересно. Хорошо, сканер, отключи этот гроб. Вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами, конвекторами и выведи полностью из ее биополя. Как все это отключится и выведется из биополя, силой моего намерения отправляю этот гроб с подключками в клетку-тюрьму. Назевает. Готово. Хорошо. Итак, Даина, вы даете нам свое согласие на работу, диагностику и чистку? Она дает согласие, но у нее какое-то сожаление. Она так привязана к этому гробу. Смотрит на него. Даина, это так дико звучит сейчас в моих ушах, привязанным быть к гробу. Вы на земле, чтобы жить, а не лежать в гробу. Я сейчас просто сомневаюсь в вашем намерении. Есть ли у вас намерение вообще освободиться от всего, что сейчас начнется? Да, есть. Значит, три сканера сканируют пространство над головой Даины, под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Даины, находит все. Но у нее демон вышел. Инкуб, лизард, рептилоид, 2 грея. Хорошо. Еще кто-то есть? Все. Чей-то гроб? Ну, есть у демона контракт, но он не устанавливал гроб. Он какой-то, как будто она сама его создала каким-то экспериментом. Она проводник. Проводник. Через нее души неупокойные уходят. Через нас тоже уходит, но у нас нету гробов в биополе. Откуда этот гроб взялся, демон? Создался из энергии. По ее желанию? Она думает постоянно об этом. Она чувствует этих душ, но не знает, как с ними работать, как их отпускать. Угу. Какой у нас демон, Вера? 14. Хорошо. У тебя контракт есть? Есть. Сколько у тебя контракт уже этот существует? Какие условия контракта? Давненько существует. Лет 30. 30 лет? Контракта живу. Какие условия контракта? Она тебя пригласила в свою жизнь? Просила у тебя что-то? Видела я, как она чувствует вокруг себя неупокоенных. Интересуют они ее. Я согласился помочь. Подвожу их к ней. Интерес у нее к ним особый. Но она же их не может отпустить никуда. Не умеет. Не умеет. То есть фактически ты исполняешь свои условия контракта, ты подводишь ей эти души, с которыми она ничего начать не может. Взамен ты забираешь... Что ты забираешь? Некоторые уходят во сне через нее. Несознательно. Когда она расслабляется. Угу. Хорошо. 30 лет. Как ты понимаешь, сегодня будут все контракты расторгнуты по ее желанию. Еще спрашиваю, у кого есть еще контракты? Инкуб, лизард? Лизарда нету. Рептилоид Грея? У вас есть что-то нет. С ней? Сколько рептилоид Грея находились в этом биополе? 1,5 года. Сканер, просканируй сейчас Даину. Выведи все конструкции, которые установили рептилоид Грея на их частотах. Пошел процесс. Все отключается, конструкция выходит. И как выйдет полностью, отправляется в клетку-тюрьму. Они на третий глаз, как лупу, установили увеличительное стекло, чтобы рассматривать ее феномен. В каком плане рассматривать ее феномен, Грей? Переход душ через проводника. Как вы воздействовали на нее эти 1,5 года? Я полагаю, лупа была только не одна причина ее подключек. Мы наблюдатели, наблюдаем. Лупу вытащили. Грей, ты не наблюдатель. Ты стоишь сейчас в клетке-тюрьме, и от Даины зависит, куда я тебя отправлю. Или в галактическое ядро, или же в межгалактическую полицию. Теперь тебе понятно, Грей? Хорошо.
Цель была направлять эти души к нам. Ну вот. Настраивали портал. То есть души не возвращались назад, а уходили в мир. Ваш мир? Настраивали пока только. Изучали. Как правильней. Ну, понимаете, что вы нарушили кучу законов межгалактических? Мы экспериментировали, наблюдали, записывали. Ну, я полагаю, это не одна жертва ваших записей. Ладно, хорошо. Сейчас начинается реверс энергии. Даю команду тонкой копии Деины спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенным. Возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Хорошо, Лизар, сколько ты находился в этом биополе? 4 года. Ты пропадаешь? 4 года. 4 года. Хорошо. Во сколько раз ты усилил все негативное? Не только негативное. А что? Эмоции усиливал. До слез. Инкуб, сколько ты находился в этом биополе? 8 месяцев. Ты на что зашел? На фантазии. Хорошо. Демон уже сказал 30 лет. Хорошо. Ждем. 30 лет контракт. 30 лет контракт. А сидел ты сколько? Вокруг ходил. Не сидел. Но ты же больше 30 лет. Да, вокруг... пас ее. Ну и со с какого возраста ты ее пас? Ну что, вытаскивать из тебя каждое слово? Пас еще 4 года до контракта. Хорошо. Ждем окончания реверса. Закончился. Устанавливали фильтры золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса. Стоп. Сканер просканировал полноту души Даины на настоящий момент. 99%. Сейчас проверим, где этот процент. Итак, устанавливали фильтры золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Даина забирает всю чистую, светлую, божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная чистая. 1, 2, 3. Кто из вас находится в квартире Даины? Демон находится. Хорошо, демон, у меня сегодня нету заказа на чистку этой квартиры, но он может получить в любой момент. Это означает, что через 10 минут я буду в этой квартире. Если я в этой квартире обнаружу тебя, у меня очень хорошая память, ты уже оттуда никуда не уйдешь. И как мы будем с тобой поступать? Пока есть контракт, я никуда не уйду. Ну, пока есть контракт, мы через 10 минут вернемся к этому разговору. У нее из лупы. Да. Возвращается 1%. Вот. А из гроба эмоции тут радостные, светлые, легкие. Даина, как вы могли похоронить свои эмоции в гробу? Я, честно говоря, сейчас немножко вам удивляюсь. Ну ладно, оставим этот момент. Она говорит, что она не знала, что можно на радостных эмоциях отправлять души. Можно, безусловно. Я вам потом объясню, как отправлять души правильно, без гроба и без демона. Если у вас реверс закончился. Функция проводника, то с этим надо просто уметь работать. Хорошо. Начинаем тогда с вытаскивания рептилоид с Греями. Греи, мы все вытащили, еще что-то осталось на вашей чистоте? Все вытащили. Лизард, выходи, вытаскивай свое гнездо из сердечной чакры. Забирай все свои энергии, отключайся полностью. Возвращайся с докладом о готовности к проверке. Лизард забрался. Инкуб, выходи, отключайся полностью. Возвращайся назад. Готово. Хорошо, демон, выходи, отключайся полностью. Забирай все, что я оставил в ее биополе, приступай. Наручники у него на руках. Контракт это скованный. Сейчас мы до контракта дойдем. Скованный. Хорошо, переходим к аннулированию контрактов и договоров, потому что каналы мы не отстегнем. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Даина должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Да. Я говорю вслух, ее тонкая копия повторяет за мной. Я. Всякого рода дополнение к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. Контракт вышел, и фантомы вышли. Копии. Этого контракта. Хорошо. Даина, вы готовы расторгнуть контракт с демоном? Да, готов. Повторяйте за мной. Возврат со собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Вернулась энергия, сила вернулась к ней. Открывая воронку в галактическое ядро, все аннулированные контракты вместе с фантомами контрактов и отработанными контрактами уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю.
Готово. Подхожу к Даине, кладу руки на плечи, помогая моей энергии. На счет три отстегнуть ей все каналы. На счет три, один, два, три, удар. Отлетают каналы, отстегиваются. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Значит, у нас контракта с демоном больше нет. В квартире находится из всех только демон. Рептилоиды с Греем не ставили там никакой конструкции? Нет. Хорошо. Лия, прошу тебя выйти со мной на связь. Слушаю. Я приветствую тебя, Ли. Посмотри, пожалуйста, она здесь рептилоид 2 Грея с конструкцией лупы. Человек-проводник, она должна души отправлять, пока не владеет этой техникой. Но они установили, и цель подключки была перетрансформация этих душ в их мир. Угу. Мы их забираем, луп тоже. Благодарю тебя. Готово. Хорошо. Лизард, если ты не хочешь, чтобы тебя тоже когда-нибудь забрали, ты больше никогда в это биополе не придешь. Тебе это понятно? Ему понятно, да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Лизарда 1, 2, 3. Лизард забирает все, что он принес, и уходит на свою частоту. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, инкуб, тебе тоже запрещен вход в это биополе. Инкуб забирает все, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, демон, мы закончили. 33 года, 34 года. Я не думаю, чтобы тебе хотелось идти с пустыми руками. Хочешь получить эмоциональный фантом? Да. Выходит эмоциональный фантом Даины. Проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию. Низковибрационная и регенерированная проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Вышел фантом. Темные клубы. Хорошо, Даина. Вот эти темные клубы, это вы уже сами сгенерировали, эти энергии. Вы хотите от них освободиться? Мысли формы, да, хочу. Сворачивай все эти энергии в шар. Демон забираешь? Угу. Отправляю демона. Готово. Хорошо, демон. Как мы решим с домом? Уйду через портал. Хорошо. Готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. 1, 2, 3. Демон забирает все, что принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. И ставь огненную пентаграмму. Готово. Хорошо. Гроб у нас стоит? Он не гроб теперь. Вот эти тяжелые энергии все просто, как они как упали и на полу лежат. Хорошо. Грузом. В этой клетке открываю воронку под ней в галактическое ядро, и эта масса уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, поехали по частотам. Переходим на частоту магическое воздействие. Если таковое силе было, оно проявляется. Чисто. Переходим на частоту неупокоенные бесплотные души. Души есть. Много ты, множественное число ты сказала? Две. Хорошо, души выходят, идут в клетку. Женщина с ребенком. Хорошо. Представьтесь, как вам обращаться? Этна. Этна. Хорошо, Этна. Давно закончился ваш земной путь? В аварии погибли она с ребенком. В аварии погибли с ребенком. В каком возрасте это было, вернее, сколько лет назад? 2020 год. А, 2020 год. Хорошо. Ну, три года прошло. И вы пришли сейчас к Даине с желанием уйти, чтобы вам открыли портал, да? Да. Хорошо. Сейчас мы это попробуем сделать вместе с Даиной, для того, чтобы она в следующий раз была в курсе, как это делать. Даина, вы хотите научиться отправлять души? Да, только на светлых энергиях, не на темных. Честно говоря, я не знаю, как вообще темные могут приходить. Ну, если такая необходимость есть, и вы хотите отправлять энергию, вы должны просто сделать следующее. Над своей головой дать команду, открывается светлый портал в чистилище. Повторяйте за мной, и портал должен открыться. Открывается светлый портал в чистилище над головой Даины. 1, 2, 3. Как воронка открылась, перевернутая. Отлично. Хорошо, Этна. Мы желаем вам и вашему ребенку в следующей жизни всего наилучшего.
вы можете уйти сейчас в этот портал. Всего вам наилучшего. Она благодарит Даину. Во благо. От Даины передаем. Готово. После того, как душа ушла по ощущениям, вы даете команду: закрываю портал, опечатываю, растворяю. И портал закрывается. Очень легко. Абсолютно верно. Когда вы знаете, о чем идет речь. Хорошо. На этом тогда мы сейчас закончили. Идем дальше. Есть. Хорошо, Даина, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Очень позитивно. Нравится мне быть на высоких вибрациях, чистой энергии чувствую вокруг себя. Отлично. Сбрасывайте каждый день негатив, выдавливайте его из себя, как мы показали в этом сеансе. Кроме того, заправляйтесь энергиями один раз утром, когда вы встаете. Прочувствуйте этот момент, визуализируйте, наполнитесь этими 400% и поднимайте все вибрации до 26 Гц. Это даст вам заряд на полный день, и ни одна сущность не сможет войти с такими высокими вибрациями, ваше биополе. Держите себя на позитиве, контролируйте свои мысли, контролируйте свои эмоции, не ныряйте больше в тему гробов и потустороннего мира. Вы теперь знаете, кто вы. Вы проводник душ. Проводник душ работает, мы являемся проводниками душ, поэтому мы работаем абсолютно спокойно, это наше задание. Есть души, которым дана такая миссия на Земле отпускать души, другие в их порталы. Именно так я себя и чувствую, спокойно. Вот так и должно быть. Никаких негативных, никаких сочувствий, никаких вот этого всего не должно быть. Это мироздание, так оно устроено. У вас есть своя миссия, выполняйте ее. Хорошо, сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Даины в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаясь от объекта,